Кировских студентов эвакуируют из Китая. Сегодня ночью они вылетают спецбортом в Москву. В столице они проведут 2 недели на карантине. Об этом сообщили в пресс-службе Вятского госуниверситета. Напомню, 9 кировских студентов-лингвистов изучали китайский язык и проходили стажировку в Хуанганском университете. Как выяснилось, 5 студентов улетели на новогодние праздники в Киров еще до начала вспышки коронавируса, а 4 остались в Китае. 2 решили улететь домой. Еще 2 студентки приняли решение остаться в Китае и отказались от эвакуации.